Опера «Кармен» — это воплощение женской красоты и обаяния, страстного свободолюбия и смелости. Когда можно услышать оперу «Кармен» в Бурятском театре оперы и балета, расскажу сразу после прогноза погоды на пятницу, 19 мая. В студии Майдар Дамбаев. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике переменная облачность, ветер северо-западный, порывами до 15 метров в секунду. По северным районам облачно, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем температура воздуха плюс 2, плюс 7 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. На юге малооблачно, ветер северо-западный 8,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 4, днем температура воздуха плюс 4, плюс 7 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. В Улан-Удэ пасмурно, ветер северный 9,2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 2, плюс 4 градусов, днем плюс 2, плюс 7 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. Это был прогноз погоды на пятницу, 19 мая. 2 июня в 18:30 знаменитая опера Жоржа Бизе «Кармен» в Бурятском театре оперы и балета. Увидимся в театре.